Ленинский районный суд Махачкалы удовлетворил иск прокуратуры о сносе строящейся АЗС по улице Хаджи Булача. Ранее Верховный суд Дагестана признал недействительными все документы на земельный участок, где велось строительство. Прокуратуру на незаконное строительство пожаловались местные жители. В ходе проверки выяснилось, что строение находится в непосредственной близости к путепроводу и создает угрозу жизни и здоровью людей. В ходе проверки выявили нарушение градостроительного и земельного законодательства. В связи с чем Ленинский районный суд города Махачкалы направил исковое заявление о сносе незаконного объекта капитального строительства. По результатам рассмотрения исковые требования прокуратуры района удовлетворены, в связи с чем в настоящее время принимаются меры по исполнению решения суда.